Всем салем! Вас приветствует канал Ютюбитейка о жизни в Казахстане. Сегодня мы решили поискать необычные места, подходящие для романтического свидания, и не только, как это мы делали в прошлом году в столице Казахстана. Поехали! Сегодня мы в таком интересном месте. Мост называется Аркар. И вот сейчас вот Эля, наверное, впервые в жизни закрывает замок на велосипед. Сразу, причем, обратите внимание, друзья, сразу закрывает два велосипеда. Удалось? Да, удалось. Ну вот, молодчина. Так, ну что же, давай пройдемся, посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, в первую очередь, смотрите, есть туалет, да? Это тоже неплохо. И он, кстати, рабочий. Мы видели, люди заходят, выходят. Интересное такое оформление. Вот. Что же здесь еще интересного? Да, можно покушать. Бургеры, сэндвичи, пожалуйста, хот-доги. Цены такие. Сэндвичи, курица 1100, капреза 1100, хот-доги 1200-1600. Бургеры есть здесь, различные круассаны, в общем, напитки различные, пирожки. В общем, можно здесь вполне неплохо покушать, да, Эля? Да. Вот. Ну, все очень довольно красиво смотрится. Холодные напитки. Пожалуйста, все здесь находится. И вот, пожалуйста, смотрите, такой вот замечательный вид. Так, ну в целом, друзья, конечно, нам очень здесь понравилось, да, очень красивый стрит-арт. Посмотрите, как классно смотрится все это дело. Как вы помните, ранее, в прошлом году, я приглашал свою супругу Элю на такое романтическое свидание на крышу. Там мы танцевали, я играл на гитаре. И вот сейчас, если вы смотрите канал в Ютубе, вы увидите ссылку и можете посмотреть. Кстати, мы не просто танцевали, а также мы сотрудничали с такой интересной компанией, которая занимается оформлением стен различные, да, которая называется «Мурал». И вот сейчас вот мы также наблюдаем, вы сейчас видите кадры таких вот интересных изображений, оформлений, да. Но все это красиво и интересно смотрится. Под мостом люди проходят, радуются. Очень много молодежи. И здесь вот кушают. Мне кажется, очень здорово, да? Да, спортом занимаются. Спортом занимаются. Ну, вот так вот человек пробежался, да, забежал сюда. И, соответственно, может перекусить, посмотреть на красивые виды. Здесь плавают различные такие вот водные виды транспорта, катера, или как они правильно называются. И все это очень здорово и очень романтично выглядит. Здорово. Но единственное, что хотел сказать, цена немножко дороговатая, да, кажется? Да. Все-таки, что тебе показалось дорого? Сэндвич, хот-доги по 2000 есть. Ага, то есть сэндвичи, хот-доги есть довольно приличная, да, стоимость? Да. Ну, в принципе, что можно сказать? Там, мне кажется, цены на любой вкус. Есть что-то и умеренное, можете подобрать, можете что-то взять и подороже. Да. Давайте посмотрим, что же здесь есть еще. Вообще, конечно, необычно, да, Эля? Ну, вообще, просто оригинально придумали, на мой взгляд, что именно под мостом так вот прогуливается человек, и раз забежала здесь такая красота, да? Вообще классно, конечно, здорово придумано. Тебе здесь понравилось? Да, классно. Да, мне тоже здесь очень понравилось. Но здесь вот, понимаете, из-за того, что работает строительная техника, мы решили немного удалиться, да, то есть создать еще более
романтическую обстановку. Хотя на самом деле мы рассчитывали побывать вот именно под мостом. Мы здесь и были на, как сказать, на жилом доме, на крыше. Теперь мы под мостом. И я думаю, что... Эля, ты запомнишь это, да? Так что, друзья мои, не теряйте романтики. Мы, люди, с каждым разом моложе и моложе становимся. Вот. И приглашайте своих любимых в такие интересные места, друзья мои. И сейчас мы продолжим наше путешествие. Мы на велосипедах, и мы проедем, так сказать, более природную обстановку, да, где-то около деревьев, в тишине и покое. Да? Да. Поехали. Мы нашли другое место. Это уже третий вариант. Ну так все у нас экспромтом. Мы решили покушать, друзья. Как вы думаете, где? На скамейке, но при этом с видом на Корду. И, кстати, у нас это для того, чтобы продезинфицировать руки. Вот, Эля, ты мне тоже побрызгай, пожалуйста, с этой стороны. И вот, видите, мы соблюдаем меры безопасности. Видите, вокруг нас в радиусе там минимум там 10-20 метров никого нету. Вот, видите, да? Легкий перекус, ничего такого. Скромно, но, опять же, со вкусом. Здесь у нас интересный такой вот небольшой, но уже видавший виды термос. Так, Алматы 2017. Ну, это зимняя универсиада, друзья. Так вот, техно, это технодом на самом деле, да? Если я не ошибаюсь. Вот. Вот тебе бутерброд. Так, вот бутерброд и вот еще один бутерброд. Да. Мы у нас все честно, без обмана. В общем, друзья, вот так вот. Я думаю, что сегодняшний наш день удался. Мы покатались на велосипеде. И вот, соответственно, кушаем на такой качающейся скамейке с видом на Корду. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. С вами был канал YouTube Тейка. Поехали!